Всем добрый вечер. Вот. Спасибо, что вы пришли. Во вторник. Вторник день, говорят, не очень простой для сбора гостей, но я думаю, что все, кому надо будет, всем, кому интересно, пришли. Сегодня мы поиграем нашу авторскую музыку, которую периодически мы играем в этом замечательном клубе Алексея Козлова. Спасибо. Для вас сегодня наш родной замечательный классический состав из музыкантов, которые, в общем, работают в разных направлениях, с разными людьми, с поп-артистами, рок-артистами, джаз-артистами, господи, прости, еще с кем-нибудь. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что да, большая сложность собрать всех воедино, поэтому сегодня для вас такие люди, как Дмитрий Лугдин, Антон Залетаев, Петр Гипшин, Мартан Бабаян. И чуть попозже присоединится наше молодое поколение, гитарист Леонид Берзович. Спасибо за внимание. Замолкаю и будем играть музыку. Thank you.
Спасибо. Вот такое наше было задорное вступление. Вообще, эта пьеса не имеет пока такого общего названия. Это что-то такое вот от фольклора. Сейчас к нам присоединится Леонид Берзович. Давайте его поприветствуем. И мы сыграем небольшой такой блок из двух пьес, как говорится, наших боевичков. Громких, шустрых, с роковой гитарой. Он сейчас приготовится. И песня с названием пьеса «Роза ветров». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это была вот такая музыка из прошлого. Вообще, вся эта музыка была написана в 97-м году, записана в 2000-м, и сейчас мы ее только играем уже года два, примерно. В общем, это такая возврат, может быть, такой, в хорошем смысле слова. Теперь мы сыграем одну из баллад, которая называется «Фея». Thank you.
Thank you.
Hi.
нас сегодня камерный концерт, да, такой в тишине. Никто не выпивает, не закусывает. Вот. Но тем не менее, все равно приятно, что вы остались. Мы будем продолжать. Следующее произведение, опять же авторское, навеяно музыкой Чика Корея. Вот, кто знает, тот, в общем, поймет, о чем речь идет. Называется она «Чайка». Первый раз мы его сегодня сыграем. Не знаю, оно получится. Наверное, у нас получится. Мы будем пробовать. Проверим, что получится. Вот получится все. Yes. Вот это уже настоящий разговор по душам. Тут мы сидим так тихонько, мы думаем идти, там идти. Я понимаю. Искусство в массы, по-моему, говорил наш вождь. Мы, собственно, его пытаемся разносить, нести разносчики искусства и культуры, причинять вам радость. Спасибо. Thank you.
такое концептуальное произведение у нас получилось.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ну, наконец-то вы разогрелись. Теперь можно и поиграть в концерт. Вот сейчас вот тут. Да? Ура! Дмитрий Лугин для вас сегодня исполнял на клавишных инструментах замечательное, великолепное соло. Автор-исполнитель, один из участников группы «Арсенал» Алексея Козлова. Вот как раз это он и есть. Руководитель трио «Никитский бульвар». Антон Залетаев. Этот человек играет во всех оркестрах вообще города Москвы. Леонид Дерзович, наше юное поколение, ну, не знаю, насчет юного. Разделяю ваш восторг. Вартан Бабаян, перкуссия. Этот человек играет вообще везде, просто в прямом смысле этого слова. У него график забит до 35-го года. Петр Ившин. Спасибо большое. Меня зовут Антон Горбунов. Мы иногда играем в клубах города Москвы. 30 ноября, в частности, здесь будет большой очень концерт. Часов трехчасовой, наверное, поэтому приходите. Ну, вы думаете, мы закончили, да? Фигушки. А нет, нельзя. Курить нельзя. Почему нет? Может, проверишь, ты можешь прилететь? За 5 минут. Thank you.
Thank you.
вмешался. Спасибо большое, что вы есть. Спасибо, что вы пришли. Вот. И пользуясь случаем, мы сыграем вам на сон грядущее еще одно произведение, которое называется «Колыбель».
Спокойной ночи. Спасибо вам большое, друзья. Очень радостно, что есть в этой стране, в этом городе люди, которые ходят на такие вот мероприятия, слушают хорошую музыку, вот с такими музыкантами. Приходите на наши концерты еще. Спасибо вам большое. Сами напросились. Следующая песня звучит для арт-менеджера этого клуба Араика Копяна. Он ее знает, любит, но он... Там, в принципе, песни без слов. Все, кто ранее приходили в этот клуб на наше выступление, знают. Там, в принципе, три слова «па-па-па». Вот. Ничего особенного. Я думаю, что мы поднимем этот пласт, так сказать, культуры. Еще один. «Па-па-па, па-па-па». Тарак нам поможет. «Па-па-па-па, па-па-па, па-па-па, па-па-па-па». И так далее. Сейчас мы начнем, а вы продолжите вместе с нами. Поехали. Bye.
готовимся петь. Компанию «Арбит» во главе с Сергеем Халиным, который находится сегодня здесь. Благодаря, в принципе, таким людям, в общем, мы имеем вот такие клубы в этом славном городе. Спасибо Раю Балкопяну и дружной компании «Арбит». Спасибо большое. До новых с вами встреч. 30 ноября у нас здесь очень большой будет концерт, поэтому не забывайте, приходите. Информацию можно прочесть на сайте anton.dragunov.com. Сайт даже работает на сегодня, несмотря на все санкции. Спасибо.